Когда закон на стороне продавца, а не на стороне покупателя? Вот, например, когда товар снимают с гарантии? Статьей 18 закона о защите прав потребителя установлено, что продавец вправе отказать потребителю в случае, если докажет, что недостаток возник после передачи ему товара вследствие нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки товара или вследствие воздействия третьих лиц или непреодолимой силы. То есть это единственное основание, по которым продавец вам может отказать. Что касается ситуации, когда закон не на стороне потребителя, в целом закон о защите прав потребителя разработан именно для защиты его прав. И большинство ситуаций, которые возникают конфликтных именно с продавцами, с исполнителями услуг, они возникают из-за того, что потребитель из-за своей невнимательности, неграмотности сам позволяет себе поставить такие ситуации. Ну, например, не читает условия договора или читает невнимательно. Например, не проверяет товар при приемке, при покупке, при транспортировке, подписывает акты приемки передачи, не осмотрев товар, подписывает схемы и эскизы, не убедившись именно в том, что этот товар то, что ему нужно.